В Московской области успешно действуют губернаторские программы по улучшению медицинского обслуживания. Среди них здравоохранение Подмосковья, наша женская консультация, а также по улучшению работы скорой помощи, модернизации первичного звена здравоохранения и новая программа по улучшению качества обслуживания пациентов – поликлиника «Перезагрузка». Строятся медицинские центры, больницы и поликлиники, в том числе улучшается качество и доступность медуслуг для жителей. Самая большая проблема – обеспечить всю нашу большую Московскую область и врачами общей практики, и узкими специалистами. Самое эффективное – когда врач, приезжающий из другого региона, по сути, имеет бесплатное жилье. Это компенсация аренды. И второй эффективный способ – когда врач приглашает своего друга. Впервые мы видим в Подмосковье плюсовой баланс и по врачам, и по медсестрам. Поиск продолжаем дальше. Недавно в Одинцове открылся Центр диспансеризации здоровья Подмосковью. Он расположен на улице Маршала Бирюзова и может принять около 60 человек в смену. В медучреждении пройти профилактические обследования могут все жители округа с 18 до 39 лет включительно, раз в 3 года, а с 40 лет ежегодно. Здесь ведут прием врачи общей практики и специалисты узких направлений. Можно записаться через услуги МОСРЕК, через госуслуги, через губернаторский колл-центр, просто прийти в поликлинику, прийти к нам через инфомат записаться. Главная задача центра состоит в том, чтобы пациенты могли быстро пройти необходимые обследования и получить информацию о своем здоровье. У нас достаточно много пациентов. Пациенты охотно к нам идут. Здесь нет потока инфекционных больных, да, пациентов с какими-то вирусными заболеваниями. Здесь только для здоровых пациентов, поэтому такое разделение, я думаю, это очень удобно. Для жителей центр удобен тем, что пройти все обследования можно в одном месте и с минимальными очередями к специалисту. Раньше поликлиника, теперь вот сюда, поэтому я думаю, что удобно очень. Блок диспансеризации работает с 8 утра до 8 вечера, в том числе и в субботу. Новое медучреждение поможет разгрузить поликлиники в округе и организовать удобные условия для жителей. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».